Всем привет, с вами Владислав, интернет-магазин «Кораблик Рыбака». В этом видео сделаем обзор и тест-драйв кораблика «Тигр Мини Про». Итак, в этой версии у нас идет корпус на 65 сантиметров. Крышка сделана с быстросъемными такими крепениями. То есть быстро отодвигаете их в стороны, и крышечка просто снимается. Вот. Тут уже также большие габаритные огни, впереди два белых диода. Направленные лучи, которые будут хорошо видны при ночной рыбалке. И сзади два больших красных. Вот. Герметичная кнопка. Ручка уже без зацепов. Хорошая пологая ручка. Бункер на 1 кг прикормки. Вот. Ну и сзади у нас идут вот такие вот габаритные огни. Крепление шторка. Плюс здесь идет уже крепление шток на пружинке, что исключает поломку при ситуации, когда у вас шторка закрывается, и, допустим, вы ее не довели до конца, и нажали открытие штока, фиксации, и шток попадает на шторку. При этом серый механизм внутри выламывался раньше. Сейчас здесь стоит уже пружинка, это уже не страшно. Также на этом кораблике уже установлен прямой привод, вот, на винт, и аккумулятор на 20 ампер-часов, что обеспечит примерно 10 часов работы батареи. Итак, первым делом включаем пульт. Пульт у нас с телеметрией и экранчиком. Готов к установке GPS автопилота. Эти стики, напоминаю, что должны быть от себя, этот на себя. Иначе у нас может быть такая вот ошибка. То есть вот такая ошибка значит, что у вас неправильные стики расположены. Эти все от себя, стики 4, этот на себя. Включаем пульт, включаем кораблик. Вот. Такая мелодия проиграла, значит кораблик соединился с пультом. На пульте у нас отображена телеметрия. Вот 7,46 это напряжение на аккумуляторе кораблика. 8,4 максимальное. Ниже 6,5 я бы уже заряжать нужно. 6 критический разряд. Управление корабликом производится очень просто. Это движение вперед, повороты влево-вправо, задний ход. И это режим круиз-контроля. То есть поставили и кораблик плывет свободно вперед. Дальше больше дали вперед, он поплыл быстрее. Итак, проверяем кораблик. Руль работает у нас. Все в порядке, можно ставить на воду. Так, оп, поплыли. У нас небольшая волна на речке, то есть он по волне немножко подпрыгивает. Сейчас я уже плыл примерно на 100 метров, то есть я здесь тестирую корабли. Вот это расстояние примерно у нас 100 метров. Сейчас я приближу. Вот. То есть кто смотрел мои видео по корабликам, можно сказать, что здесь примерно 100 метров. И поплыли обратно. Сейчас я доплыву обратно и покажу, как кораблик у нас поворачивает. Так, приплыли мы на место. Поближе сейчас поплыву, покажу, как он поворачивает у нас. Это у нас поворот влево. Радиус разворота примерно 1,5-2 метра на этом корабле. Напомню, что скорость у него 140 метров в минуту. Бесколлекторный двигатель. На прямом приводе обслуживаем, то есть там идет шприц уже внутри со смазкой, и его можно уже обслуживать. Грузоподъемность 1 кг, дальность работы 400 метров. Корабль достаточно резво ходит, хорошо. Но опять же по волне у нас тут он немножко делает прыжков. Вот такой кораблик. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Хорошей всем рыбалки, до новых встреч!